Критериями оценки участников конкурса была сама информация, которая представлялась для избирателей Краснодарского края. Ну, безусловно, это освещение стадии избирательного процесса, освещение деятельности кандидатов в период избирательной кампании, а также освещение деятельности избирательных комиссий. В конкурсе приняли участие не только телекомпании, но и печатные СМИ. Диплом от краевого избиркома теперь займет достойное место среди наград нашей телекомпании.